Об этой печальной истории, друзья, мы узнали рано утром. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал, ведь только так вы сможете каждое утро смотреть интересные новости российского шоу-бизнеса. Всем известный российский певец и музыкант Сергей Лазарев рано утром в своем микроблоге в интернете попросил помощи поклонников и фанатов. Друзья, поддержите меня в эту трудную минуту. Я сейчас нахожусь в больнице и мне очень плохо. На этом цитата была закончена. Все поклонники и фанаты начали писать сообщения с просьбой рассказать, что же случилось с их любимым певцом. В итоге певец так ничего не рассказал. Мы провели собственное расследование и все-таки выяснили, что же на самом деле случилось с Сергеем Лазаревым. В последнее время Сергея Лазарева очень сильно мучили головные боли. Несколько дней назад он обратился к медикам. После полного обследования они обнаружили у него заболевания, которые, как говорят врачи, доброкачественные. Теперь ему придется несколько месяцев проваляться в больнице для того, чтобы пройти курс реабилитации. Чем он заболел, мы пока не знаем. Но мы знаем, что уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, где будут все подробности этой трагедии. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и будьте всегда с нами.